Итак, нам нужно зарегистрироваться и попасть на вебинар. Мы получили с вами ссылочку, вставляем ее в адресную строку браузера. У нас открывается страница регистрации. Чтобы попасть на него, нам нужно, соответственно, зарегистрироваться. Регистрируемся, вставляем свои данные. Нажимаем кнопку «Регистр». После этого обновляется страница, и мы с вами получаем свою индивидуальную личную ссылку для входа. Вот она. Мы ее копируем или просто не закрываем эту вкладку. И минимум за 15 минут до начала вебинара мы по ней переходим и сможем сразу попасть на вебинар. Нам уже не нужно будет заново перерегистрироваться. У нас откроется страница вебинара, где мы сможем посмотреть трансляцию нужного нам автора, преподавателя и так далее. Важно оставить эту ссылочку. Она будет лично для вас. Идентифицирована, что вы уже зарегистрированы, и вы сможете под своими данными попасть уже внутрь вебинара.